Итак, 57 глава книги пророка Ишаяу. Ацадик авад вейн иш сам аллев. Праведник погибает, и нету человека, который обращает на это внимание. На иврите обращать внимание – это ласим лев, класть в сердце. Человек умирает, праведник, праведный человек умирает, и никто не кладет это в сердце. Никто не думает об этом. Сердце в Библии – это думающий орган. Ванешей хесед не сафем, и люди милости, люди добра, люди добродетели, уходят, бэйн мивин, и нету понимающего, что из-за беды или от беды взят праведник. Есть два варианта понимания, прежде всего, куда относится этот стих. В прошлой, 56 главе, мы читали, что глава заканчивалась словами «пирующих за столом злодеев», так сказать, опустившиеся морально части еврейского народа, они говорили: приходите, возьму вина и напьемся шихара, и будет завтра то же, что и сегодня, и гораздо больше будет. Давайте пить и веселиться. И согласно этому пониманию, дальше они говорят: ну, праведник умрет, и кому какое дело. И люди, которые делают добро, тоже уходят, и никто вообще не размышляет, из-за какого зла они погибли. Это первое понимание. Словно это продолжение слов злодеев. Так можно это понять. Другое понимание говорит, что здесь начинается совсем новая тема. И Ишаяу говорит: из-за того, что вы тонете в своем злодействе, из-за всего того, как вы низко опустились, когда умирает праведник, на это вообще никто внимания не обращает, никому до этого дела нет. А когда умирают люди-добродетели – это люди, которые заняты благотворительностью, которые помогают бедным, делают что-то доброе, праведник, он может быть отрешенный от мира, скажем, в вавилонских условиях. А человек-добродетель – это человек, который занимается благотворительностью, помогает, заботится о многих людях, он незаметно не может умереть, на его смерть всегда обращает кто-то внимание, но никто не понимает, что он, и дальше можно понять, как за грехи народа, из-за грехов народа народ лишается праведников, которые, скажем, молитвенно предстоят за них, и благотворителей, которые делают что-то доброе среди народа. А можно понять это так, что праведник берется от этого мира, прежде чем гнев Божий зальется на этот мир. То есть Всевышний забирает праведника, чтобы праведник не пережил войну, эпидемию или какое-то еще наказание, которое изольется на народ. Мы часто видим это и в книгах царств, когда Всевышний говорит: это все не при твоей жизни случится, ты умрешь в мирное время. И, возможно, Всевышний забирает праведников для того, чтобы они не увидели то зло, которое произойдет. И тогда Ишаяу говорит здесь, что праведники умирают, никому дела нет. Люди-добродетели умирают, и даже те, кто задумывается, они не могут понять, что грядет какое-то зло, перед которым Всевышний их забирает. Или что за зло народа, за злодеяние народа они взяты. Никто не задумывается ни о настоящем, ни о будущем. И дальше, во втором стихе, «Его шалом веянуху аль мишков там, олех нихоху». Они придут в мире и будут отдыхать на ложе своем, ходящие в правде своей. То есть, если мы понимаем предыдущий стих, как Всевышний забрал их перед каким-то несчастьем, перед какой-то катастрофой, которая придет на народ, то мы можем сказать, они мирно будут отдыхать, те, кто ходил, обратите внимание, по правде своей. То есть, те, кто не
прогнулся под общественное мнение, не превратил свою веру в какие-то лозунги. Те, кто жил, как он видел правду, правду Божию, которая с ним была, делал добрые дела, и он будет взят от беды. Можно это так понять. Можно понять, что это молитва Ишаяу, когда покоятся в мире все те, кто шли путем своей правды.